Всем доброго времени суток. Сегодня у нас подготовка к ЕГЭ, математика, профильный уровень, занятие номер 3, задание взято из открытого банка заданий ФИПИ. Найти площадь квадрата, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см на 1 см. Ответ дайте квадратных сантиметров. Здесь у нас по условию уже дан квадрат, который нарисован на клетчатой бумаге. Размер клетки 1 на 1. Площадь квадрата вычисляется у нас по формуле А на А или А квадрат. Давайте начнем смотреть. Мы должны найти длину стороны квадрата. Но здесь сосчитать под клеткам мы не можем. Но мы можем с вами, если дорисовать, то мы получаем прямоугольный треугольник, где у нас вот здесь прямой угол. Если это у нас обозначим А, это Б, то сторона квадрата — это у нас как раз гипотенуза С. По теореме Пифагора гипотенуза находится по формуле, я уже напишу приведенную формулу, корень из А квадрат плюс Б квадрат. Для того, чтобы найти гипотенузу, мы должны сосчитать количество клеток. А у нас равно 2 клетки, значит, мы должны возвести квадрат. Мы получаем 2 в квадрате 4 плюс. А Б у нас сторона второго катета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 и 7, 49. Мы получаем, что гипотенуза у нас равна корень из 53. Но так как бы мы с вами сказали, что площадь квадрата вычисляется А квадрат или же А на А, то площадь данного квадрата у нас равна корень из 53, и еще это в квадрате. Но мы с вами знаем, что корень из А квадрате равно просто А. Отсюда выходит, что у нас площадь данного квадрата равно 53. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!